Так, смотрим. Сейчас я быстро пробегусь. Ну, конечно, Александр Алексеевич на месте. Александр Алексеевич, сколько лет прошло, как я проводил в Москве семинар? Не тот, где меня слова лишили, а другой. Тот, который был удачный. И вы там присутствовали, единственный журналист. Ладно, идем дальше. Идем дальше. Итак. Славе дожди плюс 14. Ну что, поздравляю. Добрый день, Курская область. Дожди, сильный ветер. Кочехина, добрый вечер. Добрый вечер, Альбина. У нас 2 недели шли каждодневные дожди. Третий день без дождя. Абакан, я впервые на вебинаре. Многого не знаю, как участвовать. Вот пробую. Альбина, ваша мать, 80 километров между нами. Да. Мне угощать-то нечем. Так обидно. Какой урожай был. Сейчас у меня собрано несколько сотен тысяч косточек только абрикосов. Я, в принципе, собирал. Знаю, что выброшу через 3 года. Но не мог удержаться. Я столько денег потратил на сборщиков. Вот. И сейчас там 10 или 20 косточек лежит. Прям хожу по ним. Я уже кучу по фотографии показывал. Это я жалуюсь, что все мимо науки. Нет у них ничего этого и не надо. Так, Одинцов приветствуем. Казахстан приветствуем. Снегирев, Тверь, доброго вечера. Так, брат Юрий, здравствуйте. Лобасов, добрый вечер. Снегирев, что-то нету нашего гуру. Гуру это я, наверное. А я ничего не это. Может, потому что я начал 16:03 по Москве, может, поэтому это меня не дождались. Так, Мирослава, всем добрый вечер. Не, вот знаете, я опоздал на 3 минуты. Да, бывает так обидно, что наступает 16 часов. А еще только подтягиваюсь, там человек 10 всего. Тоже думаешь, что стараться-то? Татьяна Яр, здравствуйте. Валентина, добрый вечер. Ольга Ануприева. У нас тоже курски продают его черный. Так, о чем речь? Черный, про черный абрикос? Может быть, продают как черный? Черный абрикос – величайшая редкость. Дело в том, что удержать черноту, если мы говорим про черный абрикос, если я вас понял правильно, тогда получается, что это гибрид между черной лучой и абрикосом. Абрикос черный не бывает. И получается, это, знаете, ну, когда их скрестишь, что-то будет пожелтее, в абрикос пойдет, что-то получится там почернее, пойдет, допустим, в лычу. Так. Или тер. Нет, скорее в лычу. И получится, что он вроде бы гибрид, и вроде черный. А почему тогда я показал, что 200 фальшивых сайтов присвоили одну единственную фотографию с одним единственным абрикосом. А это величайшая редкость. Вот почему. Где другие это взять? Было бы там в интернете черный, 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 100-200 разных деревьев, разные плоды, но все черные. Нет, вот там их несколько, вот как увидит вот этого черный. И все. А еще напишут, что это этот колновидный. Да, колновидный. Один плод, а он же колновидный. Получается, что уже следующее поколение он черноту теряет. Вот, и так далее. Горничин, привет всем из Москвы. Наталья, привет из Нижнего Новгорода. Тоже дожди, сильный ветер. Да, что-то вот там совсем в Европе. Вот, наши дожди отняли. Давид Садоводов, Татьяна пишет. Анатольевна. Сегодня привет, Архангел. Так. Михаил, ну-ка, колитесь, вы 500 рублей прислали. Так, давайте так. Я постеснялся, видели, что я закончил разговор, а там есть такое у меня объявление. А вот когда сейчас, раз уж вы, я поменяю, что это вы.
Писали 500 рублей. Сейчас я кое-что объясню. Уже ладно. Я обычно стесняюсь, потому что многие потом даже просто отключатся. Вот живут спокойно, и вдруг какие-то просьбы личные. Так, это мы мешки для мусора убрали. Фотографии на памятнике убрали. Это дурацкая реклама. Гранит убрали. Сейчас я объясню. Так, мешки для мусора убрали. Объявление. Надежным друзьям. Это я писал несколько дней назад. Скромной семье, больная мать-одиночка. Ни копейки доходов. Лично у нее ни копейки. Она и болеет. Находить не может. И до сих пор не может оформить инвалидность. Бывает. Для двух девочек-подростков по совету учителя нужен ноутбук. Вот. Но мне что, я ни разу в жизни не прошел мимо такого. Ни разу в жизни. Вот. Могу, поэтому я написал, могу оплатить часть, 10 тысяч рублей. Остальное как сложится. Или, посмотрите, что такое сложится. Вот прислал, я наверняка думаю, что это Михаил прочитал и прислал 500 рублей именно вот по этому объявлению. То есть уже имеем 10 тысяч, еще 500. Так, то есть мы можем набрать и 11 тысяч, и 12. Ну, на новый ноутбук, конечно, не потянем. Поэтому я тогда предложил другой вариант. Или кто-то из вас пришлет надежный ноутбук БУ высшего употребления. А я вышел свои 10 тысяч. И может быть кто-то добавит, вот как свинин. На всякий случай, мой телефон привязан к карте Сбербанка. 8-960-776-86-72. Что я скажу? Это себя настолько беззащитно и без... Правда и без ничего. А учительница говорит, нужен ноутбук. Что именно такое? Давайте сделаем так. Может быть, еще кто-то пришлет. Кто? Да я 50 рублей, 100 рублей. Вот. Ну, хоть, чтобы было не 10 тысяч, а побольше. Раз. Так, может быть, в крайнем случае, если кто-то пришлет ноутбук, я ему вышлю эти 10 тысяч плюс то, что собрал. 10 тысяч 500. То есть не прошу дарить. Но бывает такое, что уже человеку не нужен ноутбук. Бывает, а он лежит просто без дела. Мой номер телефона привязан к карте. 8-960-776-86-72. Два варианта. Или дособирать хотя бы на пол ноутбука денег. Кто-то сказал, что новая стоит 30-40 тысяч. Мне стало плохо. Я столько не могу. Вот, и дети, и девочек жалко. Они чувствуют вот это, знаете как, это унижение, это беспомощность. Вот. Я, хотите, скажу про одну из этих детей сейчас. Я уже не то, что на жалость бью. Вот когда их бабушка пришла ко мне, ну, подрабатывала, и говорит, дети едят, но это было несколько лет назад, 2-3 года назад, может, сейчас по-другому. И говорит, все идут в столовую, она сидит, в классе, говорит, кушать не хочу. Гордая девочка. А на самом деле надо было платить. Вот. Ну, я помню, до конца года я платил там по 1000 рублей. Потому что я тут же полез в этот. Я таких случаев, нет, не десятки, что вы. Не сотни. Вот, когда это. Я так получилось, что просто не могу. Не могу, и все по-другому. И вот получается так, что помаленечку, но годы идут, все-таки дети растут. Но эти две девочки, это их, на самом деле у меня их больше десятка таких. Вот, помогаю, чем могу. Поэтому не прошу я даже... А, сейчас самое главное скажу. Вот, все равно унизительно просить у вас помощи. Не нужен ноутбук, давайте вышлем. Но я за него деньги вышлю, хоть полцены. А если вариант еще купите у меня... За 5 дней не было ни одного заказа на косточке. Это все, это катастрофа. Видимо, время такое настало. В прошлом году за 5 дней было бы 10 этих самых заказов. Вот. А тут ни одного. Понимаете, что получилось? Поэтому я вас это еще раз прошу. И не надо мне это самое, я не с протянутой рукой. Закажите косточки. Они вернутся такими доходами, дикими, невероятными. Каждая косточка обернется 1000%, 10-100% будет дохода. Ну не каждая, но половина. Поэтому закончим на этом, это, именно вот эту часть разговора.
8-960-776-86-72. И звоните, скажите, диктуйте адрес, я пришлю старый ноутбук. Ну, не старый, но такой, чтобы. А я выше деньги. Вот. Все будет честно, благородно. И помощь. Кто-то от ноутбука избавится. Вот такие дела. Теперь возвращаемся туда, где мы были. Вот так. Это мы не тут были. Сейчас соображу. Выйти-то легко, вернуться обратно. Вот проблема. Полис на свою голову. Так, полис на свою голову. Ну ничего, сейчас вернемся длинным путем, но вернемся. Длинным, но вернемся. Так. Ага. Продолжаем. Вот когда я увидел письмо Свинина, я догадался, что эти 500 рублей от него, хоть он и не настаивал, что это он. Так, Екатерина, нет карточки, только картинки, не только аудио. Но это, видимо, было в начале пути. Шевелева, привет из Караганды. И вам привет. Гречихина, книга великолепная. А вы что, уже получили? Может, вы получили от этого? От Павла, он же раньше получил. Мои-то еще идут транспортные компании. Моя доля. Татьяна. Всем здравствовать. Интересует вопрос. Переехал в Краснодарский край. На новом... Ой, бедная. Знаете, почему? Сейчас разберемся. На новом участке закладываю сад. Местность ветреная. Как быть с посадкой деревьев на холм? Боюсь, что ветер не даст прижиться корням на холме. Посоветуйте, как лучше посадить. Ну, что я вам скажу? Идеальных вариантов не бывает, сами посудите. Даже на ровном месте, на ровном месте, не на холме, не в яме, не в этой подлой яме, а на ровном месте, выпрямляют те же абрикосы и груши. Представляете? Нужен холм для абрикосов и груш. Если уж так, но яблони садите на ровном месте. Они не так боятся. Сливы на ровном месте, вишни на ровном месте. Но не получилось бы так, что посадили на ровном, через год-два уже яма. Вот это часто бывает. Тем более, что большинство из вас все еще по инерции работает. Вот кто-то сейчас впервые тут, помните, больше было. Впервые кто-то ко мне, у меня на вебинаре. Откуда он знает, что не надо рыть эту огромную яму? Пока дойдет еще... Через 5-10 вебинаров случайно коснусь этой темы. А у него уже яма метровая выкопана огромная, набита всяким дерьмом. Вот. И так далее. И получится, что потом провалится. Ой, лучше на холм. Он потом сглаживается все равно. А там, ну что делать? Хуже всех дачников, которые бывают там раз в неделю, раз в 2 недели. Кто живет на земле, у него проблемы с поливом не будет. Сергей Саратов. Добрый вечер, Саратов, область. Плюс 23. И нехорошо устроились. Сегодня дождь плюс 12, деревья цветут, готовятся к зиме, хоть сыро, но листья сбрасывают. Ага. Влад, Нижний Новгород. Черенок груши. Дал из двух почек два одинаковых вертикальных побега. Оставить оба или один перепривить. Да, вот вопрос есть. И так плохо, и так нехорошо. Что же будем делать-то? Пару слов. А сейчас. Как ответить? Значит, я в таких случаях одну делаю, которая чуть получше. Точнее, делаю центральный. А второй побег, он может быть даже ниже, выше почка. Это даже не имеет большого значения. Отрезаю, допустим, оставляю вот так. И он становится не конкурентом, а становится... Такие фотографии есть, но нигде же сейчас взять. Он становится не конкурентом, а просто одной, после сильной обрезки, одной из боковых веток. Тут нарастут, тут нарастут, тут он будет одним из 10, одним из 40. Вот и все. Вот, вот это, наверное, оптимальный вариант. И два одинаковых вертикально держать, тогда их обязывать надо. Вот.
Ну, мне, знаете, нет времени, два вертикали, и растут себе, никого не мешает. Потом начинают вот так расходиться, потому что давит на них груз плодов. Те, кто учат, дурацкие советы дают, они даже не знают, что когда-то появятся плоды. Вот. И тогда не надо делать идиотские вот эти вот схемы. Я же вам не все показал, я и половины не показал. Это я увлекся этими трусами детскими. Вот.